Всем огромный привет! У нас сегодня с вами видеообзор покупок с Wildberries. Кому интересен данный контент, подписывайтесь ко мне на канал, потому что подобные видео выходят у меня регулярно. Также не забывайте заглядывать в плейлисты покупки с Wildberries, чтобы посмотреть предыдущие покупочки. Итак, всем приятного просмотра! Так, начинаем, значит, вот с такого органайзера. Вот такой вот органайзер подвесной. Значит, вот выглядит он вот таким вот образом. Сейчас я покажу на картинке, что будет более понятно, что это вообще такое. Вот такой вот подвесной органайзер. Ну, можно использовать больше вот для хранения каких-то вещей, для хранения сумок. Вот как здесь показано. Сумки хранить очень удобно. Значит, стоил он 10,72 белорусских рубля, это где-то 310 российских рублей. Он пришел нормальный, все хорошо, как бы. Единственное, что очень такой сильный запах, и его надо проветрить, чтобы он на балконе отвеселся. Дальше у нас идет вот такой вот крем Пантенол, 5% декспантенол, гипоаллергена. Восстановление кожи за 5 дней. Стоил он 6,68 белорусских рублей, это где-то 200 российских рублей. Чай Тесс. Стоил он 3 белорусских рубля, это где-то 90 российских рублей. Значит, вот такой вот здесь состав. У нас идет вербена, помогает восстановиться при переутомлении. Мелисса уменьшает раздражительность. Аромат цветков бузины добавляет пикантную ноту напитку. Яблоко нормализует обменные процессы. Лаванда успокаивает нервную систему. Шиповник повышает сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. Ну, я думаю, что чай будет вкусный. Это, честно говоря, надо его открыть, посмотреть, как он здесь. Сейчас я его открою и посмотрю. Нормальная цена, и хочется каких-нибудь разных вкусов. Так. Ну вот так он выглядит в пакетиках. Вот такие вот пакетики. Можно с собой на работу брать, ну или просто даже дома пользоваться, кому как нравится. Вот такое вот увлажняющее масло для губ. А рубль 63 оно стоило белорусских рублей, это где-то 50 российских рублей. Давайте раскроем его, сейчас посмотрим. Там надо, значит, приходило масло, точнее, хотел сказать, надо было выбрать. Нет, выбирать там нельзя. Один из 6 случайных вкусов, ароматов и запахов. Я, конечно, очень надеялась, что придет что-нибудь красненькое, там клубничка там, или арбузик, но пришло вот такое вот масло лимонное. Оно очень приятно пахнет. И вот такой вот шарик. Ну, нормально катается, как бы вопросов нет к шарику, да, то есть там были отзывы, что шарики не катаются. Нет, абсолютно нормально и очень приятный запах. Это такая игра, один из 6 вкусов, тоже очень, знаете ли, интересно, ждешь, что же придет. Мне, например, пришел лимонный. Сейчас попробуем намазать губы этим маслом. В принципе, оно особо не видно. Оно, наверное, увлажняет, но запах, конечно, приятный. Вот так немножко его потрясти, там надо было, я читала. Не, ну так-то видно, блестит. Ну, если, например, какая-то сухая помада есть, можно наверх как бы наносить, и нормально будет. Я так использую тинт, который тоже здесь покупала. И помады, вот я купила когда-то 3 штуки, тоже показывала в своем видео. И они очень сухие оказались, такие нюдовые карандаши помады. Как бы мажешь, но реально сухо. А наверх наношу тинт, и вообще нормально получается. Ну, запах очень приятный. Ну, вот так вот. Это выглядит, если это, конечно, видно. Ну, чуть-чуть видно, чуть-чуть блестит, но губы увлажняются. Там мне понравился один отзыв, кто-то написал, что я заказываю случайный вот этот вот цвет, вкус, случайное масло. Так хочу арбузное, прям не могу. Но приходит все время, по-моему, написали даже то ли яблочное, то ли лимонное приходит. Ну, чаще, кстати, да, лимонное. Говорит, буду заказывать до тех пор, пока не придет арбузное масло. Ну, как бы, я говорю, как игра такая. Поэтому, в принципе, масло достаточно неплохое. Арахисовая паста. Целый килограмм. Посмотрите, какая огромная банка. Стоила она 17 белорусских рублей. Это где-то 520 российских рублей. Эту пасту я заказываю уже второй раз. Первый раз я ее заказывала 330 грамм. Где-то она мне очень понравилась. И стоила она тогда 9 рублей белорусских. А сейчас 17 рублей за килограмм. То есть очень хорошая цена за такую пасту. Она кремовая. Здесь в составе не только арахис, а еще мед и соль. 01.02.2023. Нормально, срок годности. Вот такой вот
состав: арахис жареный, мед и соль. И она получается очень вкусная именно за счет этого, потому что я заказывала также пасту, где чистый арахис без всяких добавок. И мне, честно говоря, как-то не очень понравилось. Сейчас я распечатаю, распакую и покажу, какая она внутри. Ну, такая вот она внутри. Такая вот консистенция. Обалденный запах, такой чистый арахис. Как по мне, это самая лучшая арахисовая паста. Ну, по крайней мере, мне она нравится больше всего. Вот такая вот заколка. Ну, самая обыкновенная заколка крабик. Стоила она там 3,70 белорусских рублей. Это примерно 120 российских рублей. Там, по-моему, были белые и черные. Я выбрала вот такую. Ну, хорошая обыкновенная заколка. Крабики постоянно покупаю. У меня их много. Я их люблю. Я ими пользуюсь. Поэтому такая... Ой. Как-то туговато, знаете, вот получается так. Ну, пока разработается. Ну, в принципе, хорошая заколочка. Тоже я ей довольна. Маска для лица. Стоила она 5,40 на белорусские деньги. 5 рублей 40 копеек. Это где-то 160 российских рублей. Сейчас посмотрим. По отзывам же, конечно же, я все это выбираю. Отзывы только положительные, только хорошие отзывы. Вот так вот она пришла упакована. Хорошо. Так, маска для лица. Лифтинг эффект. Банан и авокадо. Супер польза для кожи. Так, что тут у нас написано? Вот, кому интересно, можете почитать. Маска для лица с мякотью банана и авокадо подтягивает кожу, тонизирует и корректирует овал лица. Банан содержит аминокислоты, лизин и триптофан, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Авокадо насыщает кожу витаминами группы В и жирными кислотами для упругости и лифтинга. Сейчас я ее открою и покажу, какая она внутри. Ну, вот такая вот она внутри. Запах просто сногсшибательный. Очень такой терпкий, резкий. Банановый, я бы сказала. Пахнет бананом. Ну, надо попробовать. Говорю, отзывы только хорошие. Я попробую, какая она будет после использования. Ну что ж, будем тестировать эту маску. Надо нанести ее плотным слоем на чистую кожу лица. Походить где-то минут 15 и смыть водой. Что я сейчас и сделаю. В общем, я нанесу эту маску, похожу и, ну, скажу вам о своих ощущениях. Вообще, видимый эффект или просто свои ощущения. Будет ли кожа стянута, либо нет. Ну, я говорю, по отзывам все хорошо. Кожа увлажняется там сильно и так замечательно. И хорошо, мне что-то хочется ее укусить. Она настолько классно пахнет, что просто вообще супер. В общем, ладно, наношу маску и к вам после этого возвращаюсь. Вообще, маску я нанесла, засекла время 15 минут. Сначала не было никакой, знаете, стянутости кожи, то есть абсолютно все было нормально. Но сейчас я чувствую, что небольшая стянутость все же появилась. Ну, наверное, это нормально. Напишите в комментариях, кто знает, нормально это или нет. Должна чувствоваться стянутость кожи, когда у тебя на лице вот такая вот маска. В общем, я смою и потом посмотрю, как это будет. Ну, будет ли какой-то видимый эффект или все-таки нет. Ну вот, прошло 15 минут, я смыла эту маску, и что я хочу сказать, как бы, ну, так, чтобы сильно видимого, заметного эффекта после одного раза применения, конечно же, нет, но, по крайней мере, после того, как я ее смыла водой, у меня нет чувства, опять же, того же стянутости кожи, мне не хочется нанести крем, да, то есть нет такого ощущения, что все стянуто и хочется как-то увлажнить. В принципе, маска может быть даже и неплохая, потому что, ну... Вроде бы даже как бы что-то такое есть, кожа посвежевшая. Ну, через камеру, может быть, это не передает, но пока что после одного применения я хочу сказать, что да, маска это я вполне довольна. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Пишите ваши комментарии, что покупаете на Валберес вы. Мне будет очень интересно почитать подобные комментарии. Возможно, я посмотрю тоже этот товар и обязательно его куплю и покажу в следующем обзоре. И составлю об этом свое впечатление, скажу об этом свое мнение, так сказать, с вами тоже этим поделюсь. Поэтому пишите комментарии и не забывайте заглядывать в плейлисты покупки с Валберес, чтобы посмотреть предыдущие видео. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!